Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет сегодня хочу поделиться экраном по криптомонете Tron TRX. Кран, друзья, без таймера, без коротких ссылок и без минималки на вывод. Собрали, вывели, собрали, вывели. Значит, переходим на Faucet Pay, кликаем депозит, берем адрес Tron. Ищем Tron. Вот, копируете адрес, идете на кран. У вас будет вкладочка, вставляете свой Tron адрес, нижне нажимаете на вкладочку. Я уже вошла и уже сделала несколько сборов. Здесь можно как накапливать, так и сразу выводить. Далее что? У вас баланс будет все по нулям. Кликаем первый claim. Next. Сейчас у меня загрузится. У меня вторые сутки уже компьютер тормозит. Далее есть Solvi Media, есть RayCaptcha. Я выбрала RayCaptcha. Кликаем. Разгадываем капчу. Claim. Сейчас загрузится. Все, мне начислили монетки. Если мы переведем на русский. Так, вы успешно заработали вот такую сумму. Вы можете снова потребовать сейчас. Что я делаю? Я делаю перезагрузить, продолжить. Ну, как бы обновить страничку. Чтобы можно делать было клейм следующий. Вот у меня сейчас 0.205. И вот у меня 0.206. И опять кликаю. Опять разгадываю капчу. Видим, да, таймера нет. Claim. И опять я заработала. Теперь давайте я перезагружу страничку и поставлю на вывод свои монетки. Здесь я буквально несколько минут поработала. И вот, как видим, набирается все очень быстро и неплохо дает. Пока работает, нужно брать, я считаю. Чуть ниже, друзья, находится наша партнерская ссылочка. Ну, что-то у меня вчера тормозил с вечера и сегодня. Теперь вывод. Нажимаем на красную вкладочку. Так, давай крутить быстрее. После нажимаем опять на красную вкладочку. Как бы тут наша статистика. Здесь сколько я собирала. Далее вывод. Здесь кликаем на Faucet Pay. Сейчас страничка загрузится. И вот моя сумма ушла на Faucet Pay. Переходим на кошелек. Идем в домашнюю страничку. И проверяем. Gold TRX. Моя сумма 0.20. Сколько тут у меня? 796 265 TRX 12 августа. Все. Далее нажимаю кран Faucet. Сейчас загрузится. И обратно по новой собираем. Баланс мой по нулям. Next.
разгадываю капчу. Клейм. Перезагружаю страничку. Баланс по нулям. Сейчас монетки появятся. И вот такое количество монет я получила. Кому интересно, пользуйтесь, собирайте. Пока дает надо брать. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!